Я сам не понял, как у меня запись оборвалась. В общем, вот, туман снова подходит. И эффект от ветра дуя не очень-то и долго длится. Зомби на шарике. Последняя волна зомби. Летит зомби на шарике. Куча зомби. Орехи страдают. Ой-ой-ой. Как же их много. Всё? Тако. Тако, что вы собираетесь делать с тако? Не знаю. Ты нашел мой волшебный тако. Я хочу тако. Я дам тебе за него 1000 монет. Да, мой тако. Почему я дал тебе так много денег за тако? Потому что я безумный. Загляни в мой магазинчик, найдешь несколько новых вещей. Ого! Сажай это на свои листы кувшинок, чтобы превратить их в кошка-мыши. Они могут атаковать любую линию и сбивать зомби на шариках. Было бы круто, но у меня нет денег. Я, пожалуй, возьму чистильщик для бассейна. Чё? Вазы? Я и мой приятель Харви раньше от нечего делать били вазы. Но Харви уехал из города, поэтому ты пойдешь со мной, Харви 2. Разбивай их как хочешь, Харви. Нажмите на вазу. Гороха с тарелки. Кабачок. Зачем? Ого! Неплохо. Дружище, здорово ты сломал эти вазы. Прямо как я тебе сломал хребет, роясь в мусорных баках. Вот, я принес тебе еще ваз. Не разбивай их слишком быстро. Ты же не хочешь остаться с зомби, которых намного больше, чем ты сможешь одолеть. Хе-хе. Ну да. Опс, я, кажется, это уже сделал. Так, новые вазы с листочком. Там точно растения. Так, кабачок в бой. Стрелы. Опс. Вот это была ошибка. Вот это была ошибка. Кабачок. Да, опасно. Отлично. Должно быть, это последнее. Разбей их, и все закончится.
Отлично. Но раз последний, значит, самые сложные, так понимаю. Опс. Чё это? Оттуда вылез. Из вас вылез зомби. О, ведерщик, отлично. Он теперь пойдет сражаться с другими зомби. А других зомби тут и нету. Печалька. Ну-ка, батл зомби. Это у нас есть такой гипногриф, который гипнотизирует зомби, которые его съедят. Чё, танцор? Ты откуда взялся? Вот же ж балаган. Чё? Я сам не понял, что случилось. Это сиамский горохострел. Стреляет горохом в обе стороны. А зачем в обе? В смысле назад. Зомби-землекоп. Угу. Но, в принципе, других страшных зомби и нету. Зомби-землекоп. Шинок не врал! Что же теперь будет с бассейном? Они капец быстрые! Хорош! И мы получили новое растение звездофрукт. Звездоплод стреляет звездами в 5 направлениях. Ого, сколько! Тут и землекоп, и зомби с ведром, и зомби с коробкой. Но это уже будет в следующей серии. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И ставьте как можно больше лайков под этим видео, чтобы не пропустить. Да блин, чтобы чаще выходили серии растений против зомби. И всем пока.